Спустя полчаса буквально в соседнем доме мужчина набросился с ножом на своего младшего брата. Ранение было в живот. Пострадавшему вызвали скорую помощь. С медиками приехали и полицейские. Но нападавший успел сбежать за несколько минут до приезда правоохранительных органов. С места происшествия Рамиль Шайдулин. Он сам идет к карете скорой помощи, но медики всерьез опасаются за его здоровье. Мужчины, проникающие ранение слева в область живота. С ножом на мужчину бросился его родной брат. Младший у меня не пьет, а старший алкаш. Женщина рассказала, что родные братья полные противоположности. Младший совершенно спокойный, не обидит даже мухи, а вот старший любит выпить. Состояние опьянения порой буйное и не ведает, что творит. Недавно освободился из мест лишения свободы. Но, вероятно, ненадолго. Он убежал прямо перед приездом полиции. Ни раненый мужчина, ни их мать писать заявление на него не планируют. Но если вред, причиненный ранением, сочтут значительным, то уголовное дело могут возбудить по факту нападения и без желания потерпевших. Рамиль Шайдулин, Фисаминязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.